Приветствую. С вами Евгений Лебедь. Сегодня хочется продолжить тему, связанную с терминологией в сфере грузоперевозок. Как раньше, я поражаюсь, то, что многие путают, кто такой экспедитор, диспетчер, опять же, логист. То есть я хочу раз и навсегда поставить точки, чтобы для всех было понятно, кто за что отвечает. Сегодня поговорим о позиции экспедитора. Экспедитор – это специалист, который работает в экспедиционной или транспортно-экспедиционной компании. Его основная функция заключается в том, чтобы обеспечить клиента транспортом в больших объемах по разным расстояниям в конкретных датах. Любая транспортная компания, имея свой транспорт, не всегда может клиенту обеспечить даже 100 загрузок в месяц конкретным грузом в конкретном месте и, конечно же, с конкретными характеристиками. Экспедитор занимается тем, что находит разных перевозчиков, находит разных компаний, которые занимаются диспетчированием, заключает с ними договора и обеспечивает клиенту большой объем в транспорте на абсолютно разные даты и, конечно же, на абсолютно разные грузы. Поэтому экспедитор, собственно, занимается организацией международных или региональных перевозок в сфере автотранспорта.